Любовь, береги свой мир, береги любовь, береги свой мир. Позже у подножья сцены парка 1 мая они продолжат исполнять знаменитую песню и пропоют, что рождены, чтобы быть счастливыми людьми. Молодежный музыкальный марш, а позже танцевальный флешмоб получился по-настоящему масштабным, зрелищным и трогательным. В первых рядах волонтеры-краснокрестовцы. Также мы организовали выездную приемную, где волонтеры рассказывают о проблеме, информируют широкую общественность о этой проблеме. Также о мерах профилактики рассказывают и о путях заражения. Раздают информационные материалы, а также приглашают пройти тестирование на ВИЧ. В ходе акции, организатором которой выступил Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, состоялись выступления специалистов, артистов, выставка плакатов и рисунков, а также экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. К слову, с апреля этого года в аптеках Брестской области появились экспресс-тесты. Мы ставим задачу, чтобы к 2020 году по Брестской области 90% лиц, которые, возможно, есть это заболевание, были протестированы и знали свой ВИЧ-статус. А те, которые будут подтвержден диагноз, чтобы они начали лечение в 90%. А те, кто получает лечение, чтобы у них у 90% не определялась вирусная нагрузка. Тогда они будут в плане заражения безопасны к окружающему населению. Это очень важно, это мы пойдем тогда на снижение заболеваемости. Врачи обеспокоены, ведь проблема уже давно стала не столько медицинской, сколько социальной. Превалирует половой путь передачи ВИЧ – 83%. А потому вовсе не удивительно, что специалисты называют пандемию болезнью поведения и утверждают, касается это даже тех, кого не касается. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных в Пинске. Правда, в этом году специалисты отмечают снижение темпов роста. По количеству случаев ВИЧ-инфекции мы находимся на 5-м месте в Республике Беларусь. И уже вот за прошлый год, 2017, мы прибавили на 176 новых случаев ВИЧ-инфекции. И за этот год, за вот уже 4 месяца у нас новых 76 случаев ВИЧ-инфекции. Молодежь как-то уже защищена, она знает, как себя вести, но вот более старшее поколение. Поэтому мы сейчас занимаемся работой на рабочих местах, на предприятиях. Вот туда мы выходим. Работают программы специальные по профилактике на рабочих местах. Красные ленточки, как символ борьбы с болезнью, в этот день надели многие брещане, юные и постарше. Те, кто в первый раз принимает участие в акции, быть может, те, для кого День памяти – это личная трагедия.